Друзья, привет из бассейна «Чайка». Сегодня мы тестируем карбоновые ласты «Молчановс», сравним короткую модель с длинной и расскажем о своих ощущениях от этих ласт с кастомными калошами. Присоединяйтесь, будет очень интересно. Поехали! Апноэ Клаб «Горький» представляет. Все, ребята, новый карбон «Молчанов» с кастомной галошей. Это бомба просто. Это укороченная версия карбоновых ласт «Молчанов» с кастомной галошей. Когда одеваешь их, такое ощущение, что одеваешь какие-то любимые кроссовочки, все так плотно, мягенько, классно. Сейчас попробуем, как они гребут. Слушайте, ну, конечно, супер. Такие мягкие, очень комфортные. Чувствуется, что ты гребешь и плывешь очень быстро. Ноги передают усилия в ласты, но усилий совсем чуть-чуть. Короче, можно совсем немножко работать, а плыть при этом с хорошей скоростью. Ну, кайф, просто кайф. Ласты очень пругие. Такие создаешь небольшое усилие, а она сама догребает. И длинная версия карбоновых ласт «Молчанов» с кастомной галошей. Одеваем и поплыли. Ребят, ласты классные. Есть у них какой-то режим, какой-то диапазон, когда в него попадаешь, то грести становится очень легко, и ты чувствуешь, как увеличивается скорость. Но это такое микродиапазон, что его надо реально почувствовать и понять, как работают эти ласты. Тогда они будут очень эффективно работать. Но сравнить их с короткими реально сложно, потому что короткие тоже крутые. И, пожалуй, сейчас придется снова одеть короткие, чтобы сравнить наоборот. Сначала длинные, потом короткие. Друзья, ну что сказать. Карбоновые ласты «Молчанов» — это очень крутые ласты. И короткие, и длинные. Они все гребут очень и очень хорошо. С кастомной галошей ласты сидят на ноге очень комфортно. Такое ощущение, что одел любимые кроссовки. Очень мягенько все, плотно и хорошо. Надо сказать, что короткие ласты гребут практически нисколько не хуже, чем длинные. Они очень приятно работают, а поскольку они гораздо более универсальные, чем длинные, и их очень легко перевозить с собой в любом чемодане, то я, пожалуй, остановлю свой выбор на этих ластах и закажу себе короткие «Молчанов» карбон с кастомной галошей. И вы тоже можете попробовать поплавать в ластах «Молчанов». Приходите в бассейн «Чайка» в Москве, и вам здесь дадут попробовать для того, чтобы сделать окончательный выбор.